готовы на лодочке? Знаешь, куда мы едем? Куда? Мы едем в очень крутой глэмпинг. Он находится прямо на острове. Туда можно только на лодке добраться. Похож на космический дом? Да. Это была моя мечта пожить в таком домике, куполе. Я вообще такая счастливая. И тут так красиво, посмотрите, вот такой у нас вид. Просто я очень счастливая. Ну, очень. Мама. Мы откроем эти шторы, у нас будет такой вид. Вот это технология. А там есть на... Можно нажать на единичку, либо на двойку. Ой. Я предпочитаю классику. О, а там моя. А там тоже электропростыни? Там нет. Как там уютно. Я прямо сейчас хочу туда броситься. Все, идем на ужин. Никак не можем дойти до ужина, потому что ну, это просто слишком красиво, и хочется любоваться, любоваться, любоваться. Невозможно уйти. Ну что, у нас начинается приключение, посвященное твоему дню рождения. Начало тебе нравится? Да. На самом деле, да, от космоса это прямо большая награда. Представляете? Настоящая радуга. Как ее рисуют. Зомби. Это самая милая зомби на свете. Так, а это кто у нас тут? Куста? Да. Ну что, котики, как вам тут в домике? Уютно? А там у нас белые ночи. Мама, ложитесь спать. Несмотря на то, что на улице светло, уже на самом деле час ночи. Давайте, засыпайте. Мама, мне надо покатать мячик на носик. Ну зачем тебе прямо сейчас мячик? Ну зачем тебе прямо сейчас фонарик? Ложитесь спать. Час ночи. Вот это да. Так светло. Все, я спать, а утром сниму вам обзор нашего домика внутри. Когда-то будет светло, и все будет видно. И дети не будут спать. Так что до завтра. Итак, мы с космосом хотим вам сейчас показать, как выглядит домик внутри, то есть сделать рум-тур. В нашем домике беспорядок, поэтому мы попросили зайти в чистый домик, где только что сделали уборку. Вот, он такой просторный внутри, очень классный обзор, очень-очень уютно спать ночью, потому что на улице прохладно, но здесь есть камин, и еще здесь просто не с подогревом. Воздух свежий, тебе тепло, мне вообще очень приятно было. Белые ночи, если оставить окно открытым, то просто светло, ну практически как днем. Санузел, есть раковина, есть биотуалет. Душ отдельно, я вам душ покажу. Можно подняться на второй этаж по лестнице. У нас дети обожают там играть, да? Да. Вот там наверху спать очень жарко, потому что весь теплый воздух поднимается туда. Здесь внизу такая приятная прохлада. А это у нас душ. Он находится в отдельном домике. Как здесь все внутри. Внутри все очень даже прилично. Практически как в отеле. Есть шампунь, бальзам, гель для душа. Вот. Ура! Мы все-таки на завтрак успели. Здесь на самом деле все очень лояльно. До сих пор стоит еда, хотя уже 10:30. Завтрак с таким видом, это же вообще просто кайф.
На самом деле, здесь, в этом глэмпинге, очень много всяких вариантов, как можно активно и интересно провести время. Но с маленькими детками, такими трехлетними, как Луна, практически единственное, что можно с ними сделать, это гулять, купаться и кататься на сапах. И сейчас поэтому мы будем на сапах кататься. Кто ботинок намочил? Я! Ну и ты тоже. У меня вон рука мокрая. Зато я в жилете. Понравилось? Классно? Да. Косос немножко попу намочил. Луна, тебе понравилось? Да. Это девчонки бегают в лесу. Сейчас я возьму. О, тепленько. В кастрюлю прыгай. Забирайся. А там что, дырка? Тепло. Берег озера, дети, горячая вода. И еще я не знаю, как через видео передать всю эту атмосферу. Надеюсь, у меня хоть капельку получится это сделать. Потому что если даже на 1/10 получится, то вы уже получите удовольствие от просмотра. Остров нас не отпускает, мы возвращаемся, Артём забил телефон, забыл. Килограмм форели стоит 1600 рублей. Вообще здесь сортовали много магазинов, где можно купить карельские продукты. Варенье всякое, из карельских ягод, из морожки. Интересный березовый сироп. Полезная штука, наверное. Мы зашли на детскую площадку, чтобы дети немножко поиграли. В городе Сортовало. Смотрите, какая здесь жестокая скамейка на детской площадке. Крапива даже торчит. На такой только Артём сможет сидеть. Он такой суровый. Мы с детворой приехали в минерал-центр в Сортовало. Сейчас посмотрим, интересно там или нет. За вот такими минералами летают ракеты и всякие агрегаты в космос. Понятно. Спасибо, что показал. Так, это у нас первый зал. Мне уже нравится, потому что очень красивое оформление.
Я какую-то особую слабость питаю к минералам. В детстве у меня была энциклопедия большая. И там были картинки всех этих минералов, и я просто обалдела от них. Здесь можно купить куски минерала. Стоит 600 рублей. Вход, кстати, 200 рублей стоил. Второй этаж. Здесь экспозиция картин и фотографий. Пойдем. Итак. Так, мы пришли в шунгитовую комнату. Мы сейчас посмотрели видео про свойства шунгита. Давайте сядем, это очень полезно, и будем дышать. Ой, там зомби! Нет, там зомби, не волнуйся. А что это тогда за звук? Да люди там просто ходят, смотрят выставку. Серьезно, тебе Иван-чай понравился? Дети выбрали вот такие красивые минералы себе. Друзья, я вам хочу сейчас показать наш номер. В общем, у нас здесь прихожая с большим зеркалом. Здесь ванная, все чистенькое, новенькое. Гостиная, диван раскладывается, есть большой холодильник, тоже все чистенькое, новенькое. Вообще номер очень приятный, сухой, теплый, светлый. Спальня, кровать тоже все идеально, все беленькое, приятненькое, чистенькое. Тут вот такие вот люди, мои любимые. Большущее зеркало, балкон большой. И с балкона открывается вид, там за деревьями озеро. В общем, есть где погулять с детьми, даже с коляской. Вот так, кстати, со стороны выглядит главный корпус. Но немного есть вопросы к дизайнеру. Что есть в этом отеле? Бассейн и горячая джакузи. И очень много всяких штук для детей. Итак, мы накупались и продолжаем дальше показывать, что здесь есть. Вот такая классная детская комната. Здесь нет няни, но она достаточно интересная, чтобы просто запустить сюда детей. Входит в стоимость проживания. Здесь даже есть такая классная поролоновая яма и скалодром. Еще есть вот такой вот мини-спортзал. Работаю мамой. Еще здесь на воздухе есть вот такая вот детская площадка с батутом. И воздух просто свежайший. Они похожи на лап. Да. Вот тут альпаки живут. Что могу сказать про зоопарк в Карелии? Мы пошли туда, потому что мы остановились в отеле прямо возле зоопарка. Поэтому мы решили пойти посмотреть и составить свое впечатление. Территория зоопарка 30 гектаров. Это 6 футбольных полей. Огромная территория для каждого животного почти. Вот это на самом деле жутко. Некоторым парнокопытным здесь нормально, но хищников содержать для того, чтобы на них смотрели люди в их железных вольерах, это кошмар. А для птиц тоже ужасные вольеры, маленькие. Я представляю, как им там тоскливо, просто ужас. Тут еще обезьянка живет. Не могу сказать, что я рекомендую или не рекомендую кому-то сюда идти. Наверное, если вы против эксплуатации животных, то не рекомендую. Если вы нейтрально к этому относитесь, то уж лучше пойти в этот зоопарк, чем какой-то, например, где животные содержатся в условиях хуже. Хотя я не знаю, что может быть хуже для хищника, чем вот эти вот тесные клетки. Этот зоопарк можно было бы довести до идеала, если убрать здесь всех хищников отсюда, убрать птиц, оставить только парнокопытных, сделать им вольерчики еще чуть-чуть побольше, и тогда все будет окей.
Это что у нас? Предположительно кремний, да? Да, это такие камни, они особенные, минералы. Вот. Видите, тут блестка. Тут следой красивый, да? Да, вот такой вот круто. Гигант. Вот такой прозрачный. О, видите, полупрозрачный. Знаете, что случилось? Мы просто шли по дороге, и потом Косос упал в воду. И вот, бежали переодеваться. В общем, мы вчера были на пирсе, гуляли, и была очень зажигательная музыка. И Космос решил закрыть уши и глаза, чтобы эту музыку не видеть и не слышать, иначе его тело само пускалось в пляс. Ну вот он закрыл уши и глаза и просто пошел вперед и ушел в воду. Хорошо его Артем быстро достал. И ты потом весь был в водорослях, да? Да. Ну все, в общем, на этой ночи веселое маленькое путешествие закончилось. Едем домой. Слушай, тут шунгитовый пояс продается. Надо тебе? И вот такие вот трусы шунгитовые. Мам, дай я выключу сейчас.